Бросить все и уехать в путешествие. Для кого-то эти слова – клич долгожданного отпуска, а для кого-то – девиз по жизни. Виталий и Олеся 5 лет назад бросили работу в екатеринбургском офисе, собрали 7 коробок вещей и отправились в кругосветное путешествие. Навстречу длинным дорогам с рюкзаками на плечах, африканскому солнцу, ветрам Аляски и водам Южного океана. Мы смогли собраться физически, морально, духовно, материально. Мы нашли немножечко спонсоров, немножечко единомышленников, которые нас поддержали, взгромозили рюкзаки и пошли. Ну, дорога сложилась. $5 в день. Столько могли тратить путешественники на проживание во время дороги. Вначале выручали сбережения и добрые люди. Часто Виталию и Олесе удавалось переезжать и жить в домах иностранцев бартером. С них заряд бодрости и дух путешествия. По острой надобности денег супруги могли находить работы однодневки. Ну, мы потом уже и работали, да, в Америке-то мы уже находили и полы стелили, и ремонты делали. В общем-то, как бы, да, когда совсем прижало, да, нашли работу. Как бы, может. Большой, конечно, подспорье было наш интернет-ресурс, наши... Да, блог помогал очень. Блоги во всех соцсетях, они это дело толкали, и наши подписчики вот, нас поддержали. Несколько раз это прям были такие совместные проекты, совместные усилия, когда надо было перемахнуть какой-то океан, какой-то вот сверхусилие сделать. Виталий и Олеся рассказали, как однажды утро в Африке началось неожиданного знакомства с местными, которые ночью обнаружили их палатку в поле. Тогда африканцы встретили незваных гостей с фруктами и улыбками. Сегодня парочка ездит по России и призывает людей путешествовать, раздавая полезные советы. Встречи с единомышленниками прошли уже в 20 городах. В Оренбурге странники во второй раз. Мне нравится, что они вышли из своей зоны комфорта и, соответственно, перешли какую-то границу и познали мир совсем с другой стороны. Я занимаюсь велотуризмом, поэтому для меня туризм близок. 3-5 лет назад вообще этого не касался, думал, зачем это люди вообще? Туризм, это значит поехать в Египет на море или там в Крым куда-нибудь, да, на ноги помочить. А сейчас все по-другому. Я вижу этих людей со стороны, вот они есть, их немало на самом деле, поэтому я считаю, что туризм развивается даже в нашем городе. Ребята очень так естественно и живо рассказывают какие-то истории, ну это просто завораживает. Я давно за ними слежу. Не могу назвать себя прям очень активным путешественником, да, я была в Европе и, ну, там на море, такие стандартные там Турция, Египет, Таиланд. Но мне очень близка вот эта вот тема и где-то, наверное, в глубине души желание все-таки, все бросить и сорваться. Встреча с оренбуржцами длилась на протяжении 2 часов. По окончанию странники посоветовали оренбуржцам обратить внимание на Казахстан. По их словам, местные просто недооценивают туристический потенциал соседней страны. Валерия Шарова, Максим Марарь, городской телеканал ЮТВ.